В республике Адыгея, в Майкопе, отличная погода, вкусная кухня и гостеприимство соединяются с уникальным опытом работы республиканской естественно-математической школы по подготовке школьников к олимпиадам и вообще к знаниям по различным предметам. А дополняется это всем тем, что был создан Кавказский математический центр, и теперь в Майкоп постоянно приезжают ученые, ведущие ученые со всей России. Если говорить про школьное образование, какой школьник не запомнит формулу площади круга, если не соберет модельку, представленную в лаборатории математики центра Полярис Адыгея? Здесь у нас радиус, здесь половина длины окружности π на r. Получаем ту самую формулу π на r в квадрате. Запомнить очень просто. А изучать параболы будет гораздо интереснее, если проверить оптическое свойство параболы на параболическом бильярде. Можете куда угодно подставить горку, и шарик, спускающийся параллельно оси, всегда придет в фокус. Слово «фокус» на латыни означает «очаг огонь», и, собственно, оптическое свойство очень хорошо демонстрирует это. А если зайти в математический парк, то можно воспользоваться двумя шпиталками. Они стоят далеко друг от друга, имеют параболическую форму. И даже если в парке будет много гуляющих гостей, все равно вы сможете со своим другом проделать следующий опыт. В одном фокусе одной параболы что-то прошептать, а ваш друг услышит это в фокусе другой параболы. А представить тела вращения можно с помощью вот такой вот фигурки. Мы взяли половинку круга, начинаем вращать. Я думаю, что на камере можно видеть, что это получается шар. А если взять, например, треугольник, и начать его вращать, то получится конус. Опять же, вот такое наглядное представление, оно важно в обучении математики, и лаборатория математики оборудована, как мы видим, большим количеством различных наглядных математических моделей. Учащиеся Адыгея привыкли, что ведутся дистанционные занятия с помощью электронных досок, там, в интернете проводят занятия. Но теперь появилась в лаборатории еще одна фича. А именно появились математические чемоданы, которые содержат на самом деле массу ценного и интересного всего. И чемоданы будут теперь ездить по республике, и с помощью моделей, которые эти чемоданы содержат, будет демонстрироваться красота математики. Приходите в РЭМШ.